Эй-хей, всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Зазепа, и это ROM Total War 2. Так, вроде запись идет нормально, все хорошо. Продолжаем, собственно говоря, завоевывать Англию. У нас появились новые противники, это думноны какие-то. В общем, нехорошие пацаны. Но мы с ними разберемся со временем, да? И потом двинемся дальше на север. В Шотландию. Че у них там по армии? Такая вроде. Вроде большая. Ладно, нам нужно захватить всю Англию. Это наша задача. Пока мы с этими пацанами разберемся, в общем. То. Так, ты можешь кого-нибудь нанять? Не, наемники не нужны. Хотя вот конницу я бы нанял, я серьезно говорю. Вообще не вру. Так, конец хода. Извиняюсь. Что эти пацаны предпримут? То есть военный поход на нас не пойдут? Они просто сагрились, наверное, просто потому что я обходил их тут. По их территории. Ну, а так, тихонечко. Быленько, да? Так, они куда-то свалили. Походу в нашу сторону, нет? О, черт. Ребята, это у меня. Сейчас я захожу в контакт. Да-да-да. Забыл его выключить перед записью. С тем не бывает, да? Так, ну что, продолжаем. Что там у нас пишут? Боевая ярость. Мы сделали технологический скачок. Да, это, естественно, хорошо все. Мне не особо радует то, что они на нас пошли сейчас, походу. Эти пацаны. Надо разведчика послать. Давай сюда, топай. Стоп. Так, диверсию в войсках мы пока проводить не будем, мы просто держаться будем около его. Давай обычную походку. Нанять отряды. Мечники, пацаны, неплохие. Еще наемники нам нужны. Почему-то их невозможно нанять отряд. Ладно. Что с вами? А тут тоже, походу, нужны пацаны, да? Не, подожди, а что у нас со стройкой города? Чтобы переместить войско целиком, убедитесь, что в нем есть полководец. Выберите поселение или полководца, затем щелкните правой кнопкой мыши по точке, куда вы хотите отправить солдат. Отпустите кнопку да, мыши, да, да. И армию, усадьбы, да, рынки да, и пункты да, 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 да. Продовольствие. А поселение и определенные постройки его поглощают. Продовольствие автоматически распределяется по вашим землям. Если потребление превысит предложение, это может привести к нехватке продовольствия, а затем к беспорядкам и даже мятежам. Убедитесь, что развивая как их объединить в один отряд? Я знаю, это как-то можно было. Есть отряды. Давай. Кого бы нанять бы? Нужны... эти пацаны. Все, будем восстанавливать нашу численность. Все, я думаю, конец хода. Не, подожди, мы забыли про исследование. Так, это что, фракции? Окно управления фракцией отображает всю основную статистику и данные о фракции. Понятно. Мы, короче, в войне только с одной фракцией. Меня это, в принципе, пока устраивает. Общество. Давайте что-нибудь, чтобы нам... железные инструменты. Так, ну я вообще хотел бы, чтобы как-то экономику развивать. Совет друидов. Раздуба. Учение друидов. Нет, давайте строительство как-то расширять. Земляные работы. Чё это? Чё оно мне даст? Да явно там что-то питание там получше будет, да? Сооружения разных типов, размеров. Так. Не знаю. Просто во всех провинциях заход. Плюс один.
Можно было бы развить. Опять же, военные технологии, это, конечно, куда круче. Общий натиск. Скорость бега всех сухопутных отрядов плюс 3. Я хочу себе конницу открыть. Где моя конница? Так, это, наверное, что-то с водой, да? Так, флот, ясно, это флот. Мелые колесничья. Да, я вот хочу колесницу. Смогу ли я ее развить? Давайте, попытаемся. Колесница — это дело хорошее. Все, давайте это изучать. Дело. Раз-два хода займет это все. Если эти пацаны сюда начнут подбираться, то мы будем наемников нанимать и просто в спину этими ударим, а этими. Ну, тоже ударим по ним. Они ж не в городе сидят. Угу, я вас понял. Они уже на нашей территории. Тут наши пацаны вроде как пока отъедаются. Орудия войны. В эти тяжкие времена племя порвает доблестных воителей. Нам нужен сильный полководец. Герой. Ага. Они хотят, чтобы я нанял героя. Избыток населения. Где? А, ну я вас понял. Понял. Что мы здесь можем построить? Так, это у нас все есть. Святое место. Пригранище. Что это такое? Земледелие. Так, нет, это нам явно не подойдет. Палата воинов. О, что-то интересное. Плюс один. Давайте эту построим. Меня все устраивает. Военное государство. Что у нас тут по войскам? Давайте еще нанимаем. Ага, а еще нанять мы не можем. Я вас понял. Наемников мы тоже не сможем, наверное, да? Так, а если мы сейчас ускорим шаг? Тебя. А, ну я понял. У нас денег не хватит. На диверсию. Ну чё, хоть какая помощь, да? Сюда хотя бы подойди. Так, ты ж хоть никого не нанимаешь. Вот ты. Ладно, тут мы походу ничего не сделаем сейчас. Мы хотя бы их окружили минимально. Не. Ты сюда не пойдешь? В этом режиме нельзя атаковать. Чё за режим у тебя там включен?
Лежим на бор. А, ну да, там те два пацана еще набираются. Я понял. Пускай набираются. Тут он зажат так. Что он может сделать, это он киданулся на тех пацанов, которые справа. Конечно, могу отменить набор. Но с армией так-то посильнее его. А, понял, он не стал церемониться. Чё, давайте для разминки. Попробуем. Это чё у него? Это конница или что это за? Собака. Щупальцами осьминога какая-то, я не знаю. Нет, изображена. Так, конечно, отряд у нас немного покоцанные. Но зато у нас они с боевыми уже знаменами, так скажем, прокачанные пацаны. Вот. У них три прашника. Не то чтобы много, но вот мне вот интересно, кто вот это вот. Посмотрим, в общем, по ходу дела, да? Какой-то сбой с записью произошел. Продолжаем. Продолжаем. Где у нас противник? Противник у нас тут. Вот это вот что за пацаны, я хотел посмотреть. Подождите. Отряд непонятный. С собаками? Серьезно? Здесь даже такое реализовано. Я даже не знаю. Мечников, наверное, каких-нибудь, да? Так, давайте распределять. Генерал. Генерал у нас будет поотдали. Генерал у нас будет поотдали. Даже вот где-то вот здесь вот. Так, с этим разобрались. Мечники. Warriors group. Конечно же, желательно вас встречать, может, каким-то поменьше так вот. Что у вас там лучники? Один, два, три отряда. Это им вообще захватывать надо, а я вообще не должен соваться даже вперед. Хотя. Нет, все правильно вроде как делаю. Так вот разместим вас. Пацаны. Вот эти как-то непонятно встали. Так, третий отряд. Пацаны, короче, будете так в бок ударять. Так. Так, вы. Что-то непонятно здесь вообще распределение какое-то. Так, подожди. А, эти просто остались неудел какой-то, да? Понял. Ладно. Давайте четвертый отряд. Вы так на помощь придете, да? Так, плотничком мы вас разместим тут. Так, подожди, нет, четвертый. Ну эти, давайте пятый уже так. Вообще маленький отрядик. Конечно, можно было и с этим их
объединить. Ну ладно. Угу. Так, ну теперь мое самое любимое. Лучники. Так, нет. Давайте поменьше. Раз, два, три. Нет, давайте, чтобы как-то по-честному было. Нет. Нет, нет, нет. Ладно. Шестой отряд лучников. Здесь вот станут. Будут их закидывать там со всех сторон. Три. Вы уже с ранеными будете. Вы не против, я надеюсь. Седьмой отряд. У вас здесь так-то побольше, да? Не-не-не. Как-нибудь иначе у вас надо. Ой, давайте за этим, потом разбредетесь. Так добротно, я смотрю, можете закидать, да? Всех. В окне обзора показаны значки кораблей и отрядов, которые входят в данную армию или флот. Щелкните по значку, чтобы выбрать отряд. Не, ладно, ладно, стойте тут. Стойте тут. Поставьте игру на паузу и щелкните по значку правой кнопкой мыши, чтобы открыть окно информации. Стойте здесь, пацаны. А я пока приостановлюсь, посмотрю на их тактику. Лучники, естественно, позади у них тут держатся. Ладно, давайте, ждем. Даже построение немного изменю. Ради такого. Да, второй отряд. Я вас понял. Так, вы, короче, пацаны, знаете, что делаете? Атакуете вот этих пацанов. Только спокойно давайте. Спокойным шагом. Двигаемся. Вы тоже вот этих пацанов атакуете. И вы тоже вот этих пацанов атакуете. А что делают лучники? Лучники пока ждут. Лучники, вот вы. Бегом. Не предусмотрела кое-что. Сюда. Все. Так вот станете и будете вот этих закидывать. А еще лучше вот тех. Нет, лучше вот этих. Нет, лучше вот тех. Все, давайте быриком. Еще быстрее можно. Стой, куда вы прете? Вы на этих. Тоже на этих. Тоже на этих.
очагом. Я бы сказал бы даже. Здесь у нас небольшая заминка. Эти лучники. Куда, блядь, попёрли? Через город вот так вот обойти никак нельзя было. Боже. Давайте. Бегайте. Все. Нормально. Вот вы. К вам обращаюсь. Помогайте с этими. Все, стоп, нормально все. Сюда. Подожди. Кто у нас лучники? Шестой отряд. Шестой отряд лупит вот этих козлов. Седьмой отряд лупит вот этих козлов. Все, давайте быстро. Наши ряды. Что, это что, конница, что ли, у них там? Нет, вроде не похоже. Вот вы и вы. Подмогу. Генерал у них в атаку идет. Оригинально. Все, давайте гоните вот этих вот отсюда. Бегом гоните. Так вы. Гоните вот этих. Рогнули. Что, я вас? Можно и сюда направить. В скором темпе. Наши бегут с поля боя. Какой позор! Так, ну все вроде как пока в нашу пользу, да? Вы двое. Нет. Ты. Вот этих. Ты. Вот этих. Все. Так, шестой отряд. Мочить козлов. Седьмой отряд. Конечно, тоже могли бы помочить козлов, но... Помогайте, все-таки. Как то? Все, отлично, лучников отвели ему в сторону. Теперь они тут не мешают. За этим бегите. Бегом бегите. Вы за этими. Да, я знаю, вы раненые. Вы что делаете? А, ну да, вы стреляете. Что-то эти вообще бесстрашные какие-то. Бегом. Все складывается в нашу пользу. Все, выгнали всех, да?
Наши бегут с поля боя. Как херали? Какой позор! Уничтожен целый отряд! Бегом! Стоп! Так, значит, тут рубается уже. Хорошо! Как у этих дела? Не, пацаны, давайте-ка бегом назад. Все. Сюда просто. Просто бегом сюда. Вражеский военачальник убит. А вот вы давайте навстречу сюда. Наши бегут с поля боя. Как? Все, завершаем битву. Хорошая битва, мне понравилась. У них потери почти в два раза больше. Да даже больше в два раза. Нормально. Нормально мы их так потрепали, потому что собачьи войска такие. Интересно. Ну, они сами на нас решили напасть. Сами виноваты. Ну, что мы делаем? Рабство всех. Никто их не заставлял на нас идти. И сейчас такими темпами мы отожмем во второй город. В таком случае. У персонажа есть не только навыки, но и некоторые особенности, да-да, влияющие на его способности. Одни особенности присущи персонажам с самого начала, солдат, другие появляются по мере развития кампании. Да-да. Рвение плюс 2. Это у нас явно не матрос. Давайте солдата. Все. I live to serve the people of Britain. Будем потихонечку наши войска сюда стягивать, да? Уж пока откормиться, но опять же этот откормится. Нет, стоп. Давай здесь. Нанять отряды. We need good fighters. Угу. А ты? Займи город. Уж поддерживать общественный порядок тут. Что мы можем вообще в этом, что мы можем этому городу предложить? Пока в течение одного хода ничего. А что-то у нас тут общественный порядок падает. Надо будет его поднимать со временем. Как бы этот сейчас не отожрался. Эти две все в войсках. Хорошая тема.
не удалось. Плохо. Все, давайте, конец хода. Тугу нашу раскрыли. This morsel now, like a wolf at the door. Perhaps you will go find better hunting somewhere else. Хотят мирный договор. Все, ребята, вам конец. Англия будет моей. Племя своей матери позднее стал хорошим воином. Бесчестие. Че это бесчестие? Пацан с войны вернулся, блин. С чести. Так, давай-ка. Войска передай. Ага, я понял. Одного хотя бы можешь передать? А, у этих максимум. Понял. Если вот так. Этих вот так вот. Посвежее, молодцов. Еще раз. I live to serve the people of Britain. Ready for battle. Ну что, будем пока наших откармливать. Давай топай обратно в город. Передал несколько пацанов, ладно. Не суть важно. Исследование пока еще идет. Пацан уязвим стал. Давай разведай тут. Конец хода. Не, подожди. Точно ничего отстроить не можем, да? Войска можно да. Размещать в поселениях, чтобы защитить... Хочу конницу. Пока нанимаются, это фигово, конечно. Дали мы им два хода фога, борится. Агента хотят. Что у вас по армии? Чего с конница? Давай. Атакуй. Ты давай в город дуй. Смотрим, что у нас в городе тут можно. Чего? И от чего? Плата воинов. Это и второй уровень палаты воинов, да? Чё, давайте. Чё он нам даст? Так, а в другом городе мы здесь можем построить? Давайте лучше здесь-то построим. Эти более прибережный город. Все замечательно. Давайте диверсию. Попробуем. Не удалось. Ой, давай стой в разведке, короче, тут. Что ты можешь? Соперник.
вызвать разлад. Ну все, последний ход, пацан. Мы, короче, идем тебя завоевывать. Что нам было это раньше делать? Ну, блин. Ты можешь даже двумя армиями. Как-то 23 это побольше, чем 20. Че, они там свалили с города, что ли? Подожди, что-то интересное произошло, но что-то очень быстро было. Все земли и поселения, которые известны вашей фракции, но находятся вне поля... Да, они свалили. ...скрыты туманом войны. Используйте агентов и войска, чтобы заранее раскрывать коварные замыслы... А, он просто высадился. Давай авторасчет. 90. Внимайте и радуйтесь. Наши традиции пустили корни в этом регионе. Угу. Все, купировать. Вы кто? Думноны. Что-то у вас как-то много думноны. Кажется. Куда вы денетесь? Что мы с вашим городом можем сделать? То есть построить идут, да? Бля, сиди-ка ты лучше в городе, дядя. Все, теперь это наша земля. Еще бы. Поскольку это наша земля, можем и диверсии проводить, да? И они больше про нас не прознают, да? Нормально. Потравили их там. Так, вот тебе бы армию нанять немного, да? Не, у тебя 20 из 20. Тебе надо нанимать. Нанять отряды? Типа элитные копьеносцы, да? Да, лучше вот этих нанимать. Так, денег нету у нас уже. Я вас понял. А, исследование. Исследование. Давайте исследование. Давайте исследовать. Седло качаю вот. Что нам это даст? Плуга повысил эффективность сельского хозяйства. Это сельское хозяйство. Давайте земляные работы. Это же гражданское общество тоже выкачивает, да? Чтоб прирост денег у нас побольше был как-то. Что эти будут делать, пацаны? Мне вот очень интересно. I have talked to a wise woman and all speak of a treaty, and our elders see greatness in you. Это не нападение, да? Можно, конечно, пойти на Европу. Бельгию. Но как бы с тобой пока не хотел воевать. Мы с этим пацаном воюем? Враждебный. Ну давайте. При нападении. Всё. Каледонцы. Понял. С вами пока не воюем.
Че, эти габят нас типа там стоят? Сейчас мы им по мозгам дадим. Нажмите пробел, чтобы ускорить передвижение всех персонажей, войск и кораблей на карте компании. Чтобы вернуться к прежнему темпу, нажмите пробел еще раз. Давай, бей его! Охреневший вообще. Че, у нас типа нейтрально, да, с ними? С этим пацанами тоже. Давай еще раз. И удалось. Это как бы наша земля. Почему ты не можешь атаковать? Почему? Get moving, you wretches! Не понимаю я. Ну, вроде как зажали его, да? Вообще ни капли. Капли совести. Стоит, ворует там что-то мне. Надеюсь, понимаешь, ему пиздец уже. Решил тут воровать, да? Не, приятель. Тебя сейчас отпугаем. Нажмите клавишу Backspace, чтобы остановить передвижение своих войск, кораблей и агентов на карте компании. Хорошо. Давай, давай, дожимай его. Так расчет давай. 94. Вы исполнили поручение и оказали услугу нашему народу. Поздравляю. Даже не почувствовали. Конечно, поубивал бы вас всех. Я так делать не буду. Так, все, надо возвращаться, общественный порядок поддерживать. Тебе этим тоже надо заняться. Что у нас там с общественным? Минус 12. Строй здесь что-нибудь для общественного порядка. Так, и что мы можем из этого построить? Чеканщик монет. Так, пища. Доход от местной торговли 100. Это. Давайте вот эту построим. Фигню. Прирост населения 4. Я понял. Где что там общественный Когда порядок? Когда недовольство становится слишком сильным, может случиться бунт или полномасштабный мятеж. Его могут спровоцировать следующие факторы. Нехватка пищи, высокие налоги, культурные различия и вражеские армии, которые разоряют ваши земли. Подожди, подожди. До следующего хода, короче, сюда генерала. Сажу и все. Терять мне нечего.
Этот будет с этим воевать со всеми потом, последствия. Вообще сначала с этими. Этот островок завоюем. Все у нас будет отлично. Так, исследование. Системная дренажная система, чё это? Насыпь. Давайте вот эту. Будем исследовать штуковину. Давай. Кого? Тебя? Хитрость. Рвение, харизма, заход. Давай прокачаем. Что нам? Нам не сложно. Что, долго тут плавать будете? Давайте сколько угодно, господи. Можете даже в Америку поплыть. Чё? Любая армия, флотилия или агент могут получить сведения о вражеских армиях, кораблях и поселениях, которые находятся в непосредственной близости от них или в их поле зрения. Все, давай. Сколько подробными будут получены сведения, ваша армия понесла потери. Вам следует пополнить ряды. Не такие же потери? Или потери все-таки? Давайте порабощаем. Все, в прах. Отлично. Честный порядок хоть расти начал. Уж ни с кем не воюем. Да, теперь надо как-то... Либо на Францию идти сейчас. Либо полностью всю Англию отвоевать. Вы, пацаны, что вы можете? Не, в Европу пока вступать я не хочу. Угу. Честный порядок, не сиди тут пока. Нет, 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 ты не сиди. Сюда, да, все правильно. А сюда мы наймем, пожалуй, человечка. Че, порядок? Понятно. Ладно. Собрать войска. Глянь на вождей. Не понимаю. Вот. Давайте кота наймем. Шпион, давай-ка. Сюда иди. Подожди, ты сюда можешь пойти вообще? Поплыть, я не знаю. Как мы здесь высаживаться будем, на этот островок? Я вот не знаю, как мы это будем делать. Может, нафиг этот договор о ненападении? Потом здесь перейдем. Хотя как?
Ладно, путь мы найдем. Кого? Тебя? Тебя? Давай традиции качнем. Давайте за стрельчиков. Ты тоже давай огонь набирай. Профессиональней, окей? Крашеные. Так закрашенных мы себе позволить не можем, таких мы можем. Все, конец хода. Здесь общественный порядок так сильно не упадет. Миша, одного полководца хватит. Нафига? Нафига я этого веду сюда? Все, это пускай с ними разбирается. На карте компании одновременно нажмите Ctrl и S, чтобы быстро сохранить игру. Нажмите все, шпион, Ctrl давай сюда L, иди. Чтобы загрузить последнее быстрое сохранение. На легендарном уровне сложности этого сделать невозможно. Да, кстати, лучше сохраниться. Права. Сохранимся. 2. Так, нет, давайте откроем политическую карту. Дипломатия. Вы что можете? Переменчивый. Конечно, было бы нормально так с краю все это начинать. Давайте с нам монеты. А? Монеты. Садимся здесь. Нет, там пойдем. Гости. На этот раз. Ну ты давай собирай. Собирай войска. Тебе еще лучники нужны будут. Как раз у нас сейчас исследования завершатся. Хапаем часть Франции. Так, ладно. Я думаю, на этом можно завершить нашу серию. Ну а с вами был Зазепа. Лайк, подписка обязательно. Всего хорошего, удачи и пока.